Улица Васильева соединяет индустриальные Свердловские районы Перми. Ни павильонов, ни даже примитивных навесов на остановках общественного транспорта нет. Между тем, на этой территории много производственных и торговых помещений, складов, баз и так далее. Их работники, дожидаясь тут автобусов, частенько становятся заложниками неблагоприятных погодных условий. Это сейчас тут мы никого не видим, потому что народу нет, все на работе. А вечером, когда все с работы выходят, приходят на остановку, потому что не у всех есть транспорт, собирается большая толпа народу, и все стоят мёрзнут, бывает по полчаса, бывает минут по 40. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то благоустроили и поставили эти нам домики остановочные. Нет павильона остановочного, да? Людям даже некуда укрыться. Вот, ну, я считаю, что здесь должен быть павильон с этой стороны, с той стороны должен быть павильон. Чтобы люди нормально, то есть, ну, как-то от ветра защищались, за этого здесь нет. Работники местных предприятий называют участок улицы Васильева от остановки Роща до микрорайона Крохолева богом забытым районом. Ожидать автобус прямикам приходится под открытым небом на пронизывающем ветру. Некуда присесть, поставить сумки. Мы обратились с вопросами в городской департамент транспорта. Там сообщили, скоро на улице Васильева появятся долгожданные остановочные комплексы. В настоящее время там 13 посадочных площадок, и по ним на 2021 год у нас предусмотрена установка навесов. Уже с подрядчиками заключены контракты, и как только начнется дорожно-строительный сезон, подрядчики будут приступать к монтажу. Работы планируется завершить до конца летнего периода. Елена Иговцева, Михаил Сетров, телевизионная служба новостей.